Так, и снова здравствуйте, с вами снова GameBomb.ru, и сейчас мы будем смотреть игру The Forest Public Alpha Version. Это у нас выживастик с элементами ужастика, довольно страшная игра, должен вам сказать, и хардкорная, очень хардкорная. Так, смотрим загрузку. По первым впечатлениям она напоминает такой очень графонистый Rust, где тоже надо ходить, собирать камни и, короче, строить себе убежище и отбиваться от плохих людей. Единственная только разница в том, то, что Rust — это сетевая игра, и там основную опасность представляют точно такие же игроки, как ты, а здесь же это исключительно, пока, во всяком случае, однопользовательская игра, где ты должен выживать в лесу. Так, вот мы летим с сынишкой. Самолетики. Между прочим, по статистике, самолеты — это самое безопасное средство передвижения. Ого. Но, очевидно, статистика сегодня не на нашей стороне. Ой, блин, там кусок самолета упал. Хорошо, что она стеклом просто не зарезала. У мальчика -то точно не зарежет? О, так, страшный мужик. Это, наверное, туземец, точнее. Ну, это мы теперь здесь туземцы, а он оригинальный житель. Будем называть его черный индеец. Или голый индеец. Так, он унес нашего сына, неизвестно зачем, неизвестно почему, и вот мы очнулись. В самолете, где полно всего. Мы ранены, мы хотим кушать, но поэтому мы сейчас все захаваем подряд. Так. То есть пока у нас симулятор манчкинства, собираем все подряд абсолютно. Просто можно тыкать кнопочкой. Так, идем дальше, здесь больше ничего нет. Ага, хавчик. Так, мы теперь не голодные, мы теперь не уставшие. Камень. Вот я говорю, прям как раз. Ну, топорик. Круто. Та-да! И, собственно говоря, вот он. Лес. Прямо как в сериале Lost. И первая наша жертва — это кролик. Сиденье. Вот, а тут, кстати, процедурно генерируемые уровни, походу. Так. Тут что-то светится. Ух ты. Какие-то схемы. Что-то из них, наверное, можно будет сделать. Так, камни. Чемодан. Ба-бам. Открылся. Хорошая открывашка. Пожарный топорик. О, это что? Бейсбольный мячик? У-ху! Шарик приноси. Так. Камни, 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 камни. Камни. Так, надо теперь найти, где мы есть. Где-то тут должна быть вода, по идее. Так, посмотрим наш журнальчик выживастика. Так, обучение. Основы выживания. Нужно построить убежище охотничье. Для этого нам нужно 6 палочек, 4 камушка, 4 бревнышка. Ага. Так, и пресс Б. А как поставить себе? А, надо его сначала разместить, да? Понятненько. Да, мячик был теннисный. Я его, к сожалению, выкинул. Я думал, он просто его подкинет там или еще что-нибудь такое. А он просто взял и выкинул его. Прям совсем. Так. Ну, вообще, насколько я знаю, эту игру разрабатывали люди, которые делали спецэффекты для Аватара. То есть, как бы, очень многого можно ожидать от этой игры. Ой. О! Парень. Парень, полегче. То есть, эти... Черные туземцы, они
сразу не нападают, походу. Но я предпочту от него все-таки как-то это. А, там камни, черт. А! Уйди, плешивый. Мне не нужна пятница. Так, это дождик, что ли, начался? Ништяк. Ну, уйди. Ладно, ты не уйдешь, я сам иду. Бежим, 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 бежим. Деревья появляются прямо перед лицом. Ага, она застряла в текстурах. Прикольненько. О, лодка. Интересно, туда можно добраться? Так, ладно, пойдем дальше. Нам нужно построить убежище какое-нибудь вообще. Вот это место, наверное, довольно хорошее было бы для строительства убежища. А, она все, убежала. Так, поэтому, наверное, поставим наше жилище. Вот как-нибудь вот так вот. И теперь нам нужны веточки и камушки. Бах. Так, веточки добываем и вот так вот. Надо рубить маленькие деревца. Если их так можно назвать. Веточки, веточки, веточки. Камушки тоже нужны. Еще веточка. Их можно добывать. Они просто, некоторые просто валяются. Просто. Ага, я не попадал, да? Кстати, вот здесь, если зажимать, то он не бьет постоянно. Надо именно щелкать. Так. Палочки. Еще одну палочку надо. Оп. Давай, берись. Ага, отлично. Набрал аж целых... О, блин, одну выкинул, что ли? На, видать, перегруженный инвентарь. Поэтому мы оставим все, что собрали, и вернемся за палочкой. Так, отлично. И теперь нам нужно бревна только собрать. А для этого нам придется рубить дрова. Я прямо как Росомаха в Канаде. Вообще только этот топорик вроде как не предназначен для рубки таких деревьев. Ага. Бабах. И теперь я буду играть в команду. Тун-тун-тун-дун-дун. Так, жалко, что полено надо по одному. Жалко, нельзя на каждое плечо по полену взять и таскать их. О, внезапно так дождик кончился. Таскаем поленья. Так, палка плюс камень равно норм топор. А чем этот топор не нравится? Так, а как тут можно здесь создавать предметы? Ага, у меня нет ни одной палки, нет ни одного камня. Шикарно. Так, срубим вот эту хрень. Так, и будет у нас. И надо теперь найти камушек. Вот когда надо, их нет. Блин, 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 прячемся, 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 палево. Там эти чуваки идут. Так, ну на них сначала лучше не нападать. Я так понимаю, они постоянно патрулируют территорию. Давайте, уходите. Мое место. Хоп, сзади кто-нибудь нападет. Да, я уже понял, то, что можно брать по два бревна. Просто тут как бы это, люди ходят. Надо от них прятаться. Тун, тун, тун. Давай, падай, я уже вроде со всех сторон тебя обрубил.
Странные звуки. Очень странные. О! Птичка. Птичка. Ну, улетела птичка. Давай уже падай. Ура! Интересно, а дерево можно себя убить? Не хотелось бы. Так, можно таскать по два полена. Офигеть. Я прямо как прокачанный Шварценеггер, на самом деле. Еще два надо как раз. Блин, одно только здесь. Ладно, возьму его. О, чуваки бегут, бегут, бегут. Бегите, бегите, не смотрите на меня. Странные какие-то чуваки. Нет, полено не падает. Нет. Ну ладно, я себе еще одну срублю. О, это что, палки? Так, палки у меня есть, не надо. Камень. Ну, судя по комментариям, чтобы собрать себе хороший топорик. Не, правда, это вполне во всем устраивает. Деревья падают, что еще нужно для жизни? Та-да! Так, и нам не хватало всего одно полено. Ура! Я построил дом. Я могу сохранять игру здесь. Так, теперь нам нужно построить костер. Так, мы построим костер мы прямо перед домиком, чтобы тепло отражалось. Так, ну у нас тут почти есть все. Ага, отлично. Можно зажечь. Странно то, что он листьями разжигает костер. Так, ну по идее нам нужно отдохнуть, но что-то как-то мне совсем не хочется. Так, типа, что есть можно, что нельзя. Мы построим, попробуем. Так, нет, не то. Ага, вот, сначала построим защитную стену, наверное. А как в защитной стене строить двери? Хм. Так, значит, обычную стену построим. Чтобы они на нас не смогли напасть. Так вот. Наверное, можно сразу еще одну. Так. Ага, что-то, походу, я перемудрил. Еще одну базовую стену. Соединяем. Теперь с дверью. Соединяем. Теперь снова простую. Соединяем. Теперь снова просто. Блин, сколько же мне поленьев-то надо будет? Так, а как тебя повернуть? А, вот так вот. Так, соединяем. Соединяем. И последнее у нас соединение. Вот так вот. Теперь сохранимся, поспим. Только как вот это сделать? Ага, вот. Так, нам нужно разжечь огонь. Если вы что, заново надо... А, нет, ну, слава богу. Блин, ночь ведь. Строить тотемы с частями тел. Ага. Так, где бы я эти тотемы еще взял? Так. Как вернуться в самое начало? Так вот, main index. Надо руки, ноги. О боже мой, я не смогу их построить. Чтобы их отпугивать. Так, ну давайте будем собирать поленья, чтобы строить стену себе. А! Они меня спалили. Я спрячу за своей невидимой стеной. Интересно, они будут на меня нападать? Они нападают! Уйди! Страхолюдина. Я еще посплю сразу. А!
Ай-яй-яй, это была плохая идея. Да, они все-таки на нас нападают, даже когда ты спишь. Насколько я понял, сохранения здесь вообще не работают. Да, и они притащили нас в свою пещеру. Где полно... Боже мой. Полно пассажиров из самолета. Их надо каждого подойти и идентифицировать. Так, собираем хавчик. Топорик. Так, нам надо собрать части тела. Как это сделать? Так, вот, например, рука. А, что-то не берется. Так, ну ладно, будем выходить оттуда, наверное. Тут очень страшное место. Вообще, они людоеды, я так понимаю. Пистолет. Ты мне не поможешь, наверняка, я так думаю. О, медикаменты восстанавливают здоровье. Кролик. Перекус. Выпивка. Можно с чем-то комбинировать. Листочки даже есть. Так, мы возьмем топорик и будем отсюда выбираться. На улицу. Где-то тут должен быть выход. Ага, вот оно. Ничего не видно, хоть глаз выколи. Так, ну кажется, я уже иду к выходу. Зажигалка вообще почти не светит. Ну, на зажигалка, наверное, то зажигалка, чтобы не светить. Так, тут что-то шумит. Совсем страшно. Слушай, она у него не зажигалась. А, вот зажглась. Так, тупик. Эти штуковины почему-то не открываются. Так, идем по воде. Ой, страшный звук опять. А! Ты-то тут куда взялся? Упырь. Еще и нападать на меня тут будешь, что ли? Я же только сюда попал, ну. А ну, на. Сколько ж тебя топором-то надо разжахнуть, чтобы ты сдох, сволочь. Все. Готов. Козел. Так, идем на выход. Тряпка плюс выпивка равно коктейль молотов. Но у меня, к сожалению, нет тряпки-то никакой. Вообще. Поэтому я это не смогу сделать. Единственное то, что вот этим сигнальным пистолетом можно попробовать их поджечь. Но там всего два патрона, так что это не вариант, наверное, его тратить. Так, я понял то, что если на руку села пицца, значит рядом аборигены. Ура, выход. Еще один топорик. Странно, они что, досками заделывают каждый раз вход, что ли? У-у-у. Так, зажигалку можно убрать. И возвращаемся к своему домику. И быстренько достраиваем стену.
Плащ синий. Ага, вот, вижу, да-да-да. Берем, комбинируем. Скомбинировать. Та-да! Коктейль Молотова. Так, еще есть выпивка? Есть еще выпивка. Отлично, их даже много у меня выпивок. Комбинируем. Та-да! Сколько уж у меня выпивки-то? Какой я запасливый. А, там их три штуки сразу. Так, ну теперь она точно кончилась. О, так, птичка. Берем, 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 берем коктейль Молотова. Ух ты, я могу взять два топора одновременно и коктейль Молотова еще. Так, я слышал. Вон они тут, сволочи. Блин, бежим. Блин, они тоже бегут. На! Ху-ху, минус один. Ух ты, какой быстрый-то, на-га. Сдохните, сдохните, сдохните. А-ха-ха-ха-ха-ха. Они ведь сразу до конца сгорят, да? Как хорошо. Интересно, их тела можно отбирать? Где они? А! Кто-то рядом ходит. Или это мои шаги были? Так, ладно, бежим. Тут рядом дом уже. Так, я понял то, что это земцы убегают от тотема, в котором можно построить. Но у меня же нет ни рук, ни ног, ничего такого, чтобы построить эти тотемы. Так, ну в принципе я их порешил. Можно сейчас построить нормальный топорик. А! А! Офигеть! Я вообще хотел его в инвентарь положить, а не бросить. Че, долго я теперь буду гореть? А, кажется, все. Блин, офигеть. Опять эти сволочи. Сколько уж их тут у вас? Блин, последний. Замочил, и вот вижу его, может, его можно порубить. Блин, где он? Да, вот тебе и трава. А вот туземец, ты где? Блин, камни всякие светятся, а эти нет. Потерял. Черт. Так, надо, да, отмыться от крови, иначе можно заболеть. Снизу написано. О, уточки. Ой, они прямо в землю улетели. Так, ну вот и мой домик, и нам надо теперь строить стены. Я надеюсь, на шипованные стены и на обычные тратится столько же дерева. Иначе надо было строить шипованные. О, что это такое розовенькое? Сундук. Офигеть, как он здесь оказался. Фонарик. Ну-ка, ну-ка. Прикольно. Наверное, это вместо батареи, вместо зажигалки можно потом использовать. Так, палка. У меня же вроде была где-то палка. Нет, что ли? Надо было подобрать, чтобы сделать новый топорик. Камень плюс палка, секира. Да, сейчас я найду палку.
Постараюсь, во всяком случае. Но сначала... Так, ну вот здесь можно сделать палочку. Бах. Взял палку. Так, вот. Комбинировать. Камень. Трудно сказать, что это и для чего оно лучше подходит. Может быть, использовано как оружие или чтобы убить деревья. Ну ладно, попробуем этой штуковиной. Но вообще, по-моему, железный топор как бы должен рубить деревья лучше, чем каменный. Полено, полено, полено. Тут еще где-то оно было. А, вот оно. О, кстати, коктейль молот. А, у меня, по-моему, алкоголя больше нет. Да, точно. Тряпки-то еще есть. О, таблеточки какие-то. Зубы. Зубы? Боже мой, зубы-то здесь для чего использовать? Еще какая-то штука. А, чемодан, я его уже открыл. Так, кидать кролика на костер еще рановато, потому что... У меня персонаж еще не очень-то голоден, судя по значку. Да я бы не сказал, что этот топорик рубит лучше, чем обычный железный. Поберегись! Расхерачить их с трупа это легко сказать, просто как бы надо их сначала найти. Я бы-то ведь не против. Плохо. Главное, чтобы эти сволочи не подкрались незаметно. Интересно, от них можно убежать? О, что это здесь такое? Странные звуки какие-то. И тут откуда-то два полена взялись. Которую я не помню, когда бы делал. Так, ну если я дострою домик, то я продержусь довольно долго, если я успею. О, они могут прыгать по деревьям, офигеть. Так, тогда лучше вот эти деревья сначала срубить. Давай, блин, такой маленький, а ты долго рубишься. Хватит ломаться. Ну, оп. Надеюсь, из него поленье. Так, на меня только не упади. А, нет, палочки, блин. Ага, точно, выносливость. У меня же накончилась. Так. Дринк. Тут еще главное, можно несколько глотков сразу делать, это классно. То есть кола выпивается не за раз. Кровь помоешься, заболеешь, да я уже давно помылся от крови так-то. Так, куда он падает? Так, вперед, нормально. Блин, сейчас бы лишь бы в воду не укатились эти полени. Стой, стой, стой! Да, ну, два не поймал. Ну, их, наверное, и оттуда можно взять. О, точно. В воду входишь, как будто в другой мир перемещаешься. Поменяй топор. Да говорят, что для рубки каменный больше подходит. Как сохранять игру? На самом деле, если честно, я так понял, что игра не сохраняется. То есть пока альфа, и мы живем только ровно столько, сколько длится наша одна единственная жизнь.